одна минута. Просьба всем занять свои места. Здравствуйте! В эфире программа «Время». В студии Екатерина Андреева. Сегодня в программе. Завтра во всех школах России прозвенит последний звонок. Какие они, выпускники 2011 года? Что чувствуют учителя в преддверии этого праздника? На эти и другие вопросы нам ответит Ася Емельянова, которая находится сейчас в одной из московских школ. Ася? Катя! Ася? Катя! Катя! Ася? Катя! Мы на связи, готовы. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Наша съемочная группа находится в одном из лучших образовательных учреждений Москвы, лицей информационных технологий, номер 1537. Сейчас в школе тишина. Дети разошлись по домам. Остались только учителя, которые заканчивают последнее приготовление к празднику. Попробуем заглянуть в кабинет директора лицея. Здравствуйте, Татьяна Владимировна. Первый канал, программа «Время». Татьяна Владимировна, простите, скажите, какие они, выпускники вашего лицея? Наши выпускники – самые лучшие выпускники Москвы и Московской области. Они на высоком уровне овладели всеми науками. У них высокий показатель в учебе, у них высокая результативность в олимпиаде, у них высокая результативность по выполнению проектных работ. Татьяна Владимировна, простите, что перебиваю. Все это общие слова. Поконкретнее, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Наши выпускники очень воспитанные. Они никогда не опаздывают на уроки. И они никогда не позволяют себе приходить на урок с невыполненным заданием. Кроме того, они очень любят чистоту. Они всегда в сменной обуви. Вы посмотрите в нашей столовой, на полу нет ни одной крошки. А какие они вежливые! Татьяна, все это очень хорошо. Но любовь... А что любовь? Татьяна Владимировна, им же уже по 17 лет. Они, наверное, все влюблены. Знаете что, дорогая моя? У нас тут лицей, образовательное учреждение. И дети у нас тут учатся. Учатся, а не всякое там вообще такое. И вообще мне некогда, 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 некогда. Конечно, конечно, любви у них нет. У всех есть, а у них... За них болит. Все ли сделали, что могли? Все ли мы слова правильно нашли, чтобы от беды их сберечь? Что наговорила про них? Получились ангелы прям. Нелегко их сущность разглядеть и еще труднее понять. Снова сижу одна. Вредно курить, я-то знаю. Достучаться до них мысленно я пытаюсь. Снова сижу одна. Вредно курить, я-то знаю. Достучаться до них мысленно я пытаюсь. Какой печальный момент, что их в скором будущем ждет. Может, среди них пятый элемент, тот, который землю спасет. Верю, что они... Счастливы.
Посадить сады, вырастить детей, много добрых дел совершить. Одна, вредно курить, я-то знаю. И о завтрашнем дне голову я ломаю. Я завтрашним днем голову ломаю. Экспромт. В течение ближайшей недели на нашем сайте будет размещено обращение и, собственно говоря, реквизиты спонсорского счета. И приятная новость, буквально на днях, это уже очень все серьезно, после того, как префекту Северо-Восточного округа был задан вопрос о реконструкции нашего здания, мы, собственно говоря, попали в эту очередь, самую ближайшую, и я очень надеюсь, что не успеют наши нынешние выпускники 2011 закончить вуз, как мы будем учиться в новом здании, с новым оборудованием. Любви у них нет. Пойду-ка я поспрашиваю классных руководителей. Они-то детей лучше знают. Любви у них, видите ли, нет. Простите, как тут найти классных руководителей? А вон они стоят. Плачу. Сказали таким упрямым,
им родным, а мы что любим, не сказали таким упрямым и таким родным. От всей души желаем вам, чтобы все у вас в жизни получилось так, как вы хотите. Спасибо. Ну что вы здесь какое-то озеро развели? Ну честное слово, ну посмотрите в эти глаза. Эти глаза молодые и задорные, у них все будет хорошо. Это же видно, все будет хорошо. Молодой человек, вы, наверное... Вы такой тут оптимист. Вы, наверное, физкультуру преподаете. Ася, солнышко мое, я преподаю математику. А физкультура – это хобби. А у вас тут в лицее все такие оптимисты? Тихо, Петровна! Нет, я не плачу и не рыдаю. Я математике их просто обучаю. Она всегда игра, и кто ж тому виной? Что мы увлеклись мы этой игрой. Решали дружно все шесть задачи. В душе надеялись, конечно, на удачу. Но все же мой талант и мой душевный пыл давал к решению правильный посыл. Когда от задачек устанут, спортзал увлеку их скорей. И снять с головы напряжение поможет игра, что всех сердцу милей. И согласитесь, какая прелесть картину мяч забросить в лед, почти не целясь. Изящный пинг-подбор, хороший разворот, и вот победа в руки к нам плывет. О, наслаждение бежать по краю. Замрите, ангелы, смотрите, мы играем. И математику оставьте до поры. Вы оцените красоту игры. И вновь мы сидим на уроках. В тумане задачек крутых. Мы все одолеем, я верю в удачу. Удачу и знания их. Ну, вы знаете, это такая ситуация. У нас, конечно, все не все, но есть у нас такие учителя, которые вознесли свой предмет на недосягаемую высоту. Вот как-то так оттуда падать-то, может быть, и больно будет. А падать, между прочим, никто и не собирается. Английский был, есть и будет в нашем лицее. Знаем мы язык английский, в школе всем ласкает слух. А весельников летяем, а весельников летяем. Раз, несем мы практику. One, two, three, four. Спасибо Новикова. One, two, three, four. Только Новикова. Do you say it's okay? Что нужные науки разрушили детям мозг. Зададим проект покруче, зададим проект покруче. И, конечно, спросим срок. One, two, three, four. Уносика Новикова. One, two, three, four. Долго Новикова. Try again and again. Till we say it's okay. Что ж, по английским шутки плохи. Знаю здесь и старый Влад. Загляни по кабинету и пройди по коридорам там. Английский все зубрят. One, two, three, four. Уноси до Новикова. One, two, three, four. Дом на Новикова. Till again and again. Till they say it's okay. Everything is okay. Вы видите, вот так. Так, Саша, наш
лицее информационных технологий. Причем тут химия? У нас основные предметы: математика, физика, информатика. А я говорю, химия. Все равно правая. Время нас рассудит, и нам с вами компромисса явно не найти. И я, поверьте, это не забава. Найти ее обязан каждый выпускник. Найти ее обязан каждый выпускник. Отпусти, дети стонут, слезы их сердце мне не затронут. И детей, я знаю, надо в строгости держать. Окна сердца у вас злая вьюга. Никогда не поймем мы друг друга. Просто так им даже тройку не поставлю я. Александра, у нас лицей информационных технологий. Физика, математика, информатика. С трепетом ждала их каждую неделю. Ну а их опять на конкурс ветром унесло. Сил уж больше нету, хоть бы отблеск знаний не увидеть напоследок. В глазах детей мне увидеть напоследок в глазах детей. Отпусти, небо плачет. Завтра всех отпущу, это значит, что сумела хоть чему-то я их научить. А на сердце печаль остается, как все в жизни для них обернется. Я желаю всем им счастья и больших побед. Мы желаем всем вам счастья и больших побед. Что, действительно у детей такие проблемы с химией? Если бы с химией, дети уже устали от учебы вот так. Я вам сейчас расскажу, о чем они сейчас думают. Мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы олимпиады во всех вузах отпахали. И, наконец, последний бой. ЕГЭ немного, ЕГЭ чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я на отдых на юг хочу. В морских волнах балдеть и плавать. А я на отдых на юг хочу. В морских волнах балдеть и плавать. Последний раз сойдемся завтра за столами. ЕГЭ, экзамен как-то надо пережить. Мы научились быстро шевелить мозгами. ЕГЭ задачей нас и тестом не сломить. ЕГЭ немного, ЕГЭ чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я на отдых на юг хочу. В морских волнах балдеть и плавать, а я на отдых на юг хочу. В морских волнах балдеть и плавать. Который год нам нет житья от этих формул. Который год проекты ночью не до сна. Любви мотив, любви напев нам сердце тронул. А за окном шумит весна. ЕГЭ немного, ЕГЭ чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я на отдых на юг хочу. В морских волнах балдеть и плавать. А я на отдых на юг хочу. В морских волнах балдеть и плавать. Я бы не смогла учиться в этом лицее. Математика, физика, олимпиады. А я историю люблю. Интересно, здесь дети историю любят? Учитель истории, спросите. Пойду, кто здесь учитель истории? Я.
Что я вам сейчас про историю расскажу. Наукой главною не будет никогда. И правят бал здесь эти занудные физики и математика, и информатика. Я знаю, что у тех наук душа в Кошкина. Поищу кабинет информатики. Вот, кажется, это здесь. Лицей систему поставил реально. Я вижу его на своем мониторе. И там моя жизнь, там моя территория. Дома хожу я всегда с ноутбуком. Мне очень нужна эта хитрая штука. А в сумке с собой светы и флешки. Не знаю я где Wi-Fi в кафешке. Но я не знаю выходных и праздников. Ты одноклассники, мои сиденья кликают мышкой, чтобы поймать лицейскую фишку. Но я не знаю выходных и праздников, сижу как лица и ты одноклассники. Населится компьютерным столиком, чтоб пообщаться с любимым без тройка. Заменяет реальный. И сам я уже стал почти виртуальный. Что за окном там творится, не знаю. Что подружу я и что закачаю. Даже с темой широкие сети. Сутками просто сижу в интернете. Пишу сообщения и разные файлы. Ищу всем друзьям лица и там на файлы. Но я не знаю выходных и праздников. Слежу как лица и одноклассники. Мои сиденья кликают мышкой, чтоб поболтать с подружкой Иришкой. Но я не знаю выходных и праздников. Слежу как лица и одноклассники. На
сели за компьютерный столик, чтоб пообщаться с Данилом историком. Последний раз поговорим.
Наши старшие друзья, мы пришли сюда не зря. Поздравляем в первый класс с окончанием школы вас! Сентябрьским утром 11 лет назад вы впервые пришли в школу. Для вас был дан первый урок. Мы прекрасно понимаем ваши трудности сейчас. За окном весна в разгаре, но экзамены у вас. В этих стенах вы успели очень многое узнать. Мы желаем вам ответить все экзамены на 5. Так ответьте все законы, все события и года, чтобы учитель даже ахнул и сказал: вот это да! Подозайте обучение, чтобы без душевных мук увенчать образование званием доктора наук. Приходите к нам почаще. Как домой, не как в музей. Ведь в лицее много настоящих ваших искренних друзей. А в заключение желаем мы вам голый перейти, плаплыть все океаны. И в добрый путь. Счастливого пути! Если б не было школ, до чего человек дошел, до того человек докатился, в дикаря бы опять превратился, до того человек докатился, в дикаря бы опять превратился. Если б не было, если б не было, если б не было школ. Если б не было школ, до чего человек бы дошел? Ел руками бы мясо сырое, и на первое, и на второе. Ел руками бы мясо сырое, и на первое, и на второе. Если б не было, если б не было, если б не было школ. Что случилось? Ты чего плачешь? Праздник же! Я думал, праздник мне сначала закрыли, потом шарик не дали. Сидите, глаза раскрыли и смотрите. Если б не было школ, до чего человек бы дошел? Не с накладкой и школе звериной, он не дрался бы в гости с дубиной. Не с лохматой и школе звериной, он не дрался бы в гости с дубиной. Если б не было, если б не было, если б не было школ. Вам 11 классы. С учителями мы не прощаемся, а вот вас мы провожаем в новую жизнь. Если честно, то нам этого безумно не хочется. Ведь мы с уверенностью можем сказать, что полюбили вас. Дружба с вами оказалась больше, чем дружба просто с ребятами старше на класс. Вы стали для нас старшими братьями и сестрами, которые могут не только помочь, но и подарить минуты искренних улыбок, которых так иногда не хватает. Мы будем волноваться вместе с вами, ждать результатов предыдущих экзаменов. Но пока мы не верим, что вы уходите не навсегда, а просто на лето. И помните, что мы вас очень сильно любим и всегда очень ждем. Не в гости, а в ваш второй дом, имя которому — лицей.
успехи, говорим сегодня вам про свои успехи. Ну когда же, ну когда будет жизнь привольна без практических работ, тестов и контроля. Вам поведаем рассказ. Не судите строго нас. Ну, немножко приукрасим, все так делают сейчас. Дело давнее, оно началось давным-давно. Век какой был, не припомню. Впрочем, это все равно. Мы помним тот звонок веселый, что прозвенел нам в первый раз, когда вошли с цветами в школу. Твой самый лучший, первый класс. Как встретил у дверей учитель, наверное, друг на много дней. И шумная семья большая, подружек новых и друзей. Садясь за парту осторожно, чтоб школьной формы не изменять, мы азбуки свои раскрыли, раскрыли чистую тетрадь. Мы когда учиться сюда поступали, много непонятного было для нас. И элементарных вещей мы не знали, и всего боялись не то, что сейчас. Как мы волновались, давая зачеты, как боялись мы на урок опоздать. И была для нас одна лишь забота, днем учиться, ночью конспекты писать. Здесь родными стали для нас даже стены. Но звучит сегодня последний звонок. Будем мы скучать по большим переменам и уже не к вам прибегать на урок. Как же эти годы прошли незаметно, и от вас не хочется нам уходить. Не забудем мы ваших мудрых советов, главное теперь в институт поступить. Закончилось детство, расплата, настала пора. Нельзя нас вернуть, ЕГЭ обогнуть, и мы выбираем трудный путь, уходим мы со школьного двора. Нельзя нас вернуть, ЕГЭ обогнуть, и мы выбираем трудный путь, уходим мы со школьного двора. Кто ЕГЭ не писал, тот не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже ученый путевник помнался вес. Ты вот не поступишь, просит мала, если напишешь тебе на два, и армия скажет привет тебе, балбес. Ты вот не поступишь, просит мала, если напишешь тебе на два, и армия скажет привет тебе, балбес. И пусть говорят, что списать нельзя, я ж горы в карманы набил нельзя. Твой телефон, айпод и еще МП3. А вдруг повезет, пойду в туалет, пойду на риск и поймаю момент, чтобы списать ответы хотя бы на три. А вдруг повезет, поведу в туалет, пойду на риск и поймаю момент, чтобы связать ответы хотя бы на три. Теперь сразу ряду не зевай, здесь привезение не уповай, ЕГЭ не помогут ни мама, ни брат, ни сестра. Надеемся только на острый суд, подсявку друга и ловкость рук, и молимся, чтобы память не повела. Надеемся только на острый суд, подсявку друга и ловкость рук, и молимся, чтобы память не повела. Сильнее ожидание, ужас, глаза, и от напряжения коленки дрожат. Подушки потеряют, и сердце стучит в груди. 100 баллов за русский, ты счастлив и нем, ты только совсем не завидуешь тем, в груди у кого ЕГЭ еще впереди. 100 баллов за русский, ты счастлив и нем, ты только совсем не завидуешь тем, в груди у кого ЕГЭ еще впереди. Папоньки, лицейский как магнит, всех к себе сейчас манит. То ли он намазан медом, то ли почвой здесь фонит. Трудно нашему уму разобраться, что к чему. Отчего лицей вам так дорог? Расскажите, почему? Добрый день, дамы и господа, родители и учителя. Мы рады приветствовать вас на празднике последнего звонка. И сегодня этот праздник будет у нас немного необычным. Пользуясь случаем, мы бы хотели наградить всех учителей нашего лицея за их труд, терпение.
и неизмеримый вклад в наше образование и в нашу жизнь. А теперь пришло время объявить первую номинацию и победителя в ней. В номинации «Мисс Конгениальность» побеждает учительница химии Наталья Александровна Лешкова за самую быструю реакцию на поведение учеников. Мы посвящаем ей следующий номер своей программы. Химия сама уже который день, и скоро отдана подарок младший класс. Зеленая волна накрыла ее тень, и солнце лицо твой горит уже сейчас. Тебя ждут институт, его перезачет. Даете свет. Умеете вы? Каждый это знает. Нас как цинконий зашибает. Солнечко, как свободность. Легкой на подъем, как водород. Как платина, прекрасно благородный. И для других сгорать, как углерод. Быть твердой и надежной, как ванадий. Как литий, мягкой и активной. И как титан, стоять на страже знаний. Любить друзей, родных и жизнь любить. Нам с тобой
В ряду активности после химии стоит физкультура. Именно перед этим уроком все делают потрясающее открытие по поводу состояния своего здоровья. Тут же происходит естественный отбор. Все хилые и больные отсеиваются, и до начала урока физкультуры доживают только сильнейшие. А чтобы дойти до конца, эти единицы вынуждены выжимать из себя последние силы. Наше награждение продолжает номинация «Властелин колец». И «Брусьер». Как вы догадались, ее победителями становятся учителя физической культуры. Раиса Викторовна Белоусова. И Виталий Иванович Ильянов. Не просто в жизни выдержать, в исканиях, в борьбе. Примерно ваша выдержка, уверенность в себе. Бить или не бить? Вот в чем вопрос. О спорте! Вот о чем всерьез должны поговорить. Сегодня спорт важнее всего. Ой, он в жизни все решает. У девушек фигуры, во! А у юношей крепчают. Физкультуры. Сколько на уроках математики? Именно на этих уроках устанавливали рекорды по скоростному списыванию. Еще бы. На последних минутах удавалось найти спасительную бумажку, и со звонком у большинства вырывался вздох облегчения. Фух, успели. А сколько успевали мы сделать на уроках, поддавшись кипучей энергии наших замечательных математиков? Вперед науку двигают ученые, и опытом, и знанием окрыленные. Но впереди идет любого практика, прекрасная наука, математика. Кто всегда поможет и поймет, жалеет слово нужное найдет. Коморе и ума и обаяния, отзывчивости, юмора, старания. Кому милее всего на свете и музыка, и спорт, и математика.
Ответственность королей награждаются учителя алгебры и геометрии Виктория Викторовна Якимова и Павел Станиславович Селихов. Всего дороже свет во мраке. Светлой веры счастья нет, а вы для нас тот самый свет. Прощаемся. Чего же более? Что можем мы еще сказать? Ведь было часто в вашей воле нас пощадить или наказать. Услышать похвалу от вас — такое редкое блаженство. Ведь вы учитель высших класс, ведь мы само несовершенство. Закон инерции выучу я, крутые друзья. Я выучу я. Постулатом Ньютона забыл. Я обещаю помнить вас. Я мечтал бы хоть полгода раз и после школы видеть вас, чтоб только слышать ваши речи, им с вам слово молвить и потом всю думать. Думать об одном и день. И ночь до новой встречи. Кабинет.
любим точные предметы. И нам физика милее, чем сонаты и сонеты. Марина Михайловна Ушакова и Александр Ушакова. Как самый первый раз вы физику вели у нас, очаровал нас свой предмет, причина многих наших бед. Мы с выпуском хотим поздравить, желаем двойки нам не ставить, желаем видеть до конца улыбку вашего лица. Thank you.
Хотим информатикам всем пожелать зарплаты, здоровья, любви и удачи. И чтоб ваши дети учились на пять. И ящик со счастьем большим вам в придачу. Номинации «Властелины информационных потоков» награждаются наши информатики. Мария Валерьевна Шевченко. Алексей Владимирович Кощеев. Сядем дружно на информатике, мы за клавиши как за рояль. Сидел я со сердцем.
будет хорошо, а вышло не очень. Межпредметные, с виду сразу незаметные. На проектах в презентации выступаем в номинациях. Шлем на праздники послания, вводим новые названия, виртуальные задания, интернет-образование. Даже сети социальные, очень даже актуальны. В интернете ищем данные, так порой для нас желанно. Они целый месяц наносят буклет и пояснительную тоже. Все нападавши быстро живлёжа принять, балдушкам всем лягушкам по полям поднимать. Не вздумай халявить и не посмей врать, такой у нас урок спецкурса. По вторникам у нас бывает он. Колумбия Пикчерс не представляет, какие уроки в лицее бывают. Колумбия Пикчерс не представляет. Колумбия Пикчерс не представляет, а когда нас пару лет загружают. Колумбия Пикчерс не представляет. Номинации «Хранитель традиции» награждается учитель истории Любовь Селенкановна Торсункова. Заходит век за веком. Все созданное в мире человеком, истоки для всех людей хранят. За это люди вас благодарят. Нам всем нужны учителя, чтоб все тропинки и пути нам в жизни помогли найти. Не пустяк.
вот он последний звонок. И ждет за углом перекресток семи дорог. Там нет контурных карт и компаса нет. Там учитель нам не подскажет ответ. Не повернусь куда, где светит моя звезда. Жаль, что учил географию я не всегда. Перекресток семи дорог, вот и я. Как сгодилась бы мне теперь география. Вот бы карту нарисовать и пуститься по ней шагать. Жаль, что я географию не знаю опять. Честно я скажу сейчас, география асу. Хоть нигде я не бывала, знаю все про Гондурас. А видела в музее квадрат Мефтора Малевича? То была моя идея, только еще девичья. А в моей душе сейчас родилась любовь уже. Я обожаю обществознание и ОБЖ. Звучит много вещей. Теперь же можем ответить, почему у двух белых мышей не рождаются серые дети. В номинации «Война жизни» награждается Григорий Иванович Титкин. Био – это жизнь, а это значит, вы учили жизнь, вы учили жить. Мы желаем много счастья и удачи, чтобы еще долго мудрости учить. Учителя английского языка. Елена Сергеевна Музланова. Татьяна Михайловна Кристалл. Людмила Афанасьевна Никорадовна. Thank you for your
English. Может, передумать и пойти в ГИМО? My heart's in Britain. My heart is not here. My heart's in Great Britain. When Burns and Shakespeare. We... Свет, ты поможешь по-русски давай? Все, мысленно я с вами. За стол, за стул, за пол, за крышу, за то, что вы на свете есть, за то, что сказанное выше – святая правда, а не лесть. Уже приблизилось нам лето, прощайте школьные деньки. Мы не забудем время это, и сердце с нами только вы. Так улыбнитесь,
Без сомнения, вы наша совесть, ум и честь, вы наше вдохновение. Вас строгость с добротой слилась так тонко, наверное, свыше дано. Неугомонный слышать бой сердец ребячих звон. Расписание составлял и искал просторный светлый класс.
которого искал, и сценарий писал. Спасибо, что в таких руках, в золотых руках, пребывали мы. За все, что сделали для нас, горячо благодарим. Большой поклон прекрасным людям, которые всегда в тени. О них мы долго помнить будем, за то, что добрые они, за то, что вежливо встречали нас в гардеробе и в фойе, за нами мыли, пыль стирали, мы благодарны вам вдвойне. В музеях школьных и в медпункте, и в комнате секретаря доброжелательные люди для нас работали не зря. За то, что нас кормили вкусно, давали книжки нам читать, нам расставаться с ними грустно, ведь вы работали на пять. Простите нас за прегрешение, мы очень сильно любим вас. Мы вам желаем только счастья, не забывайте жаловаться. В номинации «Коня на скаку остановит» в горящую избу войдет, награждается... Заместитель директора по хозяйственной части Анна Николаевна Лешкова. Сколько вы обратились страшного риска? Спасибо. Все время в заботах они там и тут. Спасибо за ваш замечательный труд. В номинации «Источник знаний» побеждает наш библиотекарь Евгения Арисовна Ульянова. Спасибо вам. Но есть вы на земле, что выбрали, нелегкое призвание. Ведь книга — это тоже путь во мгле, и без нее трудней дорога к знанию. В номинацию «Истребители голода» награждаются работники нашей столовой. Вы готовили искусно и кормили очень вкусно. Большое ваше дело, всех влекло, кормил, грел. Номинация «Царь дверей» побеждает наша охрана. Порой без охраны почти невозможно, а наша охрана сильна и надежна. Желаем вам счастья и верных друзей, удачи в работе нелегкой своей. Выпусти меня отсюда, выпусти меня отсюда, выпусти меня.
спасает наша психологическая служба и медицинская служба тоже. Всегда прогнав представляться прочь, готовы людям вы помочь. За это вас благодарим и вновь спасибо говорим. Спасибо тем людям, без которых этот сценарий не получился.
говорим им спасибо за все. Дети могут стать взрослее, только я не постарею. И опять будут все вспоминать и мечтать о встрече. Пусть пройдут года, не забыть никогда. Спасибо большое за приятное слово, за улыбку, за помощь, а мы будем общать. Возможно, все будем, никогда не забудем, но и вы вспоминайте иногда во всех нас. Мэри, а то Милена, Мэри, а то Милена. Чувства часто держим под секретом, и только сдержанность порой мешает нам признаться в этом. Где бы ты ни был, по-прежнему обязательно помни о том, что всегда тебя встретит с любовью и нежностью твоя быстрая родительский дом. Поклонись до земли своей матери и отцу до земли поклонись. Ты пред ними долгу не оплачен. Помни свято об этом всю жизнь. Отчего я так часто закрываю глаза? Отчего я так часто сегодня вздыхаю? И бежит по щеке, не спросившись, слеза. Словно детство меня покидает. А зачем этот год очень быстро прошел? Пролетел, убежал, и его не догонишь. И учитель последний экзамен провел. Встречавшись, припомним. А сердечко весь вечер стучит и стучит. А родители, если б вы знали, ваш ребенок сегодня так сильно грустит, и в глазах его слезы печали. Покидать я родные края и родительский дом, где воюкала мама, где всегда очень рады видеть меня, где спокойно я засыпаю. Отчего я так часто закрываю глаза? Отчего я так часто сегодня вздыхаю? И бежит по щеке, не спросившись, слеза. Колыбельную мамы я вспоминаю. Весь вечер стучит и стучит. А родители, если бы знали, ваш ребенок сегодня так сильно грустит, и в глазах его слезы печали. Сердечко весь вечер стучит и стучит. А родители, если бы знали, ваш ребенок сегодня так сильно грустит, и в глазах его слезы
Татьяна Александровна Бабкина и Виктория Викторовна Якимова. Понимающих, умелых, умных, ласковых и смелых, и на всех путях земных вечно близких и родных. А это что у тебя? Белый флаг, что ли? Это платок носовой. Они сейчас будут петь грустные песни, вот я и приготовилась. Для кого? Ну как для кого? Для классных. В этой школе все учителя классные. Ну для руководителей. А в наше время все руководители. Ну для главных. Главных много, а вот любимых только двое. Сейчас им и достанется своя порция аплодисментов. Мы столько лет были вместе, знаете, за это время мы столько ваших слов не успели вам сказать. Надеюсь, что наши песни исправят и ваши. Сейчас зал притих, и дрожат голоса чуть у нас. Главное, чтобы с нами сейчас. Мы желаем вам не стареть назло годам. Стороной обходит вас беда всегда. Ну а мы в этот час скажем тысячу раз. Главное, что вы с нами сейчас. Как слова всю любовь передать. Мы привыкли к теплу ваших глаз. Главное, чтобы с нами сейчас. Мы желаем вам не стареть назло годам. Стороной обходит вас беда всегда. Ну а мы в этот час скажем тысячу раз. Татьяна Александровна, спасибо от нас. Всегда к вам тянутся дети, всегда будет полный класс. Нас иногда вспоминайте, ну а мы будем помнить о вас. Стрелою быстро мчат года, но верьте, мы вас не забудем. Ваш образ, как залог добра, хранит он в сердце вечно. Так будьте счастливы всегда. Не судите строго, кто сделали чего-нибудь не так. Сегодня в новый мир уводит нас дорога, и время потечет по-новому для нас. Твой взгляд и умолкает глаз.
так утихомирить нас. Пара фраз и нас бросает дрожь, но за глаз всю душу отдаешь. Кто нас ругает, то нежно любит, не пощадит, но и не погубит. Навсегда запомним мы вас. Вива ла дива, вива Виктория, Викторовна. Вива ла дива, вива Виктория, Викторовна. Миру ног, святые овация, что не день, опять сенсация. Учитель просто богиня, то педагог, то мать-героиня. Никогда не забудем мы вас. Вива ла дива, вива Виктория, Викторовна. 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 Помочь готовы, проблемы очень сложные решить. Поможете любому добрым словом и сделайте это от души. Последний триместр, весенний триместр, в руке замирает мелок. На школьной доске мы старательно чертим, пора было наших надежд и тревог. Последний триместр, весенний триместр, спасибо, учитель, тебе за то, что, войдя в школьный класс на рассвете, остался ты в сердце у нас. Терпел и год, и два нас всех. Здесь, при всяких поворотах, не бывали мы одни.
брали новые высоты, с дневником сверяя дни. Мы здесь науки изучали, каждый год как новый старт. Постепенно вырастали из своих мы старых пар. Мы учились, вы учили, другая тополя. Нас терпели, нас любили, столько лет учителя. И хоть поздновато, мы за все благодарим. Если в чем-то виноваты, нас простят, и мы простим. Знали множество ворот, экзамены, контрольные уроки. Полетают птицы в года. Но ученичество минули годы. А благодарность наша навсегда! Обретали снова силу высоты.